Потому что нужно убираться, слушаться маму, чтобы получить подарки. Потому что детей чаще наказывают, пораньше укладывают ложиться спать. Я думаю, ребенком быть легко, потому что не надо ходить на работу и принимать важные решения. Потому что их надо кормить, есть подгузники. Несложно. О ребенке все заботятся. Потому что он всегда плачет, не слушается мамы, что она зло делает. Потому что всегда на тебя родители кричат. Ты должен все потом переписывать, если что-то у тебя плохо получилось. Потому что задают домашнее задание, взрослым не задают. Потому что надо слушаться всех, а не всегда получается. У нас часто перепадки настроения. Мы хотим бегать, прыгать и устаем.